Еще пару месяцев назад во дворе дома 7А по улице Гагарина вместо современной детской площадки были старые сломанные качели и турники, рассказывает старшая по дому Мария Дорошина. Жители подали коллективную заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Двор благоустроили. Теперь вдвойне приятно следить за чистотой и порядком, делятся впечатлениями жители. У нас все для этого есть. И вода проведена для того, чтобы поливать. Ну и сами мы, наверное, будем стараться это делать. Нельзя такую красоту бросить. Двор благоустроили комплексно. Заасфальтировали дорогу, оборудовали парковки, установили фонари и скамейки, разбили газоны, высадили цветы и деревья. Сделали тротуары и современную безопасную детскую площадку. За ходом стройки следили местные жители, общественники и представители районной администрации. Реализация данного проекта началась у нас в 2020 году, так сказать, в два этапа. Так как в прошлом году мы здесь сделали освещение устройства и ремонт внутриквартальной дороги с устройством парковочных карманов. И только в 2021 году у нас была уже устроена спортивная площадка, детская площадка, были посажены деревья, завезен чернозем. Мы встречались с жителями, все это замечания все согласовали. Поставлена такая шикарная площадка, которых сейчас делается много по всей территории города. И оценить значимость можно только вот посмотреть в глаза вот этим детишкам, которые радуются, смех, улыбки, веселье, лазят, довольные. Поэтому только это подтверждает то, что такие детские площадки очень нужны городу. В этом году в железнодорожном районе благоустроили комплекс на 3 двора только по программе формирования комфортной городской среды. Дополнительно к этому обновили пространство по улице Революционная 157 и 163. По плану в следующем году приведут в порядок еще 5 дворов. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.